Вот она, та самая синица, которая только что прилетала на кормушку. Ветер качает березу. Ну, все, кажется, расправилась. Достала ядрышко. Делать она это не спеша, придерживая лапками. Клюв у синички не очень большой. Она не очень любит семечки. Причем семечки должны быть не жареные. Ну вот, почистила клюв. Снова прилетел на кормушку.